Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли здесь. Это Total Accurate Battle Simulator версия 0.1.13. И Макс Луишин в комментариях предложил, говорит, а почему бы не попробовать пройти всю сюжетную кампанию с помощью новых юнитов? Настолько, насколько это вообще возможно их использовать. Я подумал, а действительно, а почему бы и нет? Я не уверен, что добавили разработчики в связи с последними маленькими обновлениями что-то кардинально новое в эту сюжетную кампанию. Но все же будет интересно посмотреть, насколько новые юниты, особенно мушкетеры, наши любимые, будут эффективны в таких челленджах, как, например, отстрел курасера нашего знаменитого. Давайте посмотрим. Так, первый уровень. У нас что, у нас 200 всего, да? Давайте будем по максимально просто будем смотреть одними мушкетами, просто будем обстреливать их. Вот и все. Два мы всего можем поставить мушкета и поставим, наверное, я даже не знаю кого. Давай-ка одного спирмена поставим и поставим одного голодранца. Поехали, посмотрим. Давайте, мушкетеры, мушкетеры, вперед стреляйте-ка. Главное, в наших, главное, не стреляйте. Смотри, голодранец такой за ним пошел. Что такое? Давайте, стреляйте, стреляйте. Они сейчас уже подойдут близко. Быстрее, 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 пока он отвлекает их. Давайте, ребята, одним выстрелом. Двумя выстрелами. Есть, двоих уложили. Есть, давай, быстрее, 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 стреляй, 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 блин. Ну, ну ты-то хоть стрельни. Лошара. Да, надо их ставить подальше, вот что я понял, потому что они стояли слишком близко. Так, ставим, значит, еще раз мушкеты. Пока что они как-то не очень себя хорошо зарекомендовали. Поставим вообще на максимум далеко. И поставим, не будем ставить никаких. А давайте поставим футмана. Поставим одного футмана и поставим одного голодранца, который будет идти прямо за ним, дышать ему в спину. Главное, главное наших не подстрелите, ребята. Но они все равно, смотрите, подходят на какую-то позицию. Ну а потом встают и начинают стрелять. Давайте, залп! Есть, отлично, посмотрим, что у нас тут на вражеской стороне происходит. Смотри, футман сражается, он жив до сих пор. До последнего лежал на земле. Не понял, он что-то там, куда уткнулся ему в ляжку лицом. Давай, 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 двое осталось. Не подпускайте близко, потому что они начинают сразу же кладут ваш мушкет к себе на плечо, и все, и все. И ты ничего не можешь сделать. Давай, давай. Ни хрена себе, он, смотри, его колотит. Стреляй ему прям, да в бошку ему мог сейчас только что стрельнуть. Вот идиот, быстрей, давай, стреляй. Убей его, убей. Ей, прямо в пах. Вы видели? Он прямо между ног ему засветил. Ничего себе, ладно, мы победили. Дальше едем. У нас 800 денег есть. Я уже не помню, какие юниты нас ждут здесь. Но мы также точно с вами ставим просто мушкеты по максимуму и смотрим, насколько они эффективны. Хвачи, я не знаю, посмотрим. Если мушкетами не удастся победить, то хвачей поставим. Так, давайте-ка поставим несколько голодранцев, пусть они идут, отвлекают на себя внимание. О, ни хрена себе. Ну, я думаю, что у этих фермеров с дубинами и варваров нет проблем. Они сейчас быстро отправятся на тот свет. Такой толпой, конечно, мушкетер. Давайте, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Они подходят, блин. Да стреляйте уже. Чё вы стоите, чё вы ждете? Понятно, что мушкет это оружие не очень скорострельное, оно медленно заряжается, смотрите-ка. Смотрите-ка, не очень-то получается. Вот эти нептуны, эти владыки морские, они просто закололи. Закололи моих стрелков. Я думаю, что это не самая лучшая идея ставить было, конечно, их. Сюда только лишь. Я не уверен, что мы сможем победить только лишь с помощью мушкетов. Все-таки придется, видимо, что-то ставить. В принципе, можем одну хвачу поставить. Почему нет? Она стреляет довольно-таки обширно. Она все равно сдохнет сразу же. Сразу же развалится на кусочки. Так, ну а на оставшиеся, естественно, мы поставим мушкеты. Мушкет сюда. И одного голодранца впереди идущего, как всегда, как положено, в общем-то, у нас. Я не понял, какого черта ты оказался на хваче-то висеть? Эй, дурак, вставай, ну-ка пошел. Смотри-ка, половину войска мы уже ликвидировали. Этот у нас упал, отлично. Крабик. Давай, 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 давай. Не, его закололи, конечно. Ну, слушай, против такой толпы два мушкетера не справятся ни за что никогда, никогда в жизни. Обалдеть. Это не сработало, друзья мои. Все-таки вот эти новые юниты, они не такие уж и читерские. Такие, что, знаешь, с помощью одного мушкетера можно победить целую армию. Все равно нам нужно будет сейчас придумывать какое-то другое построение. Ну что ж, ладно, ладно, ладно. Давайте не будем использовать, а давайте поставим спирменов. Мы поставим, потому что у них наши копейщики, у них длинные копья. И они могут заколоть наших фермеров еще на расстоянии, даже пока они еще не подойдут даже близко.
Давайте, давайте, давайте. Они так, смотрите, семенят ногами, потому что держат позицию. Они хотят, чтобы их ноги стояли очень крепко на земле. Давай, закалывай, закалывай, закалывай. Ай, смотри, подходят со стороны. Колите их, бейте. Давай, 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 копьеносцы. Нет, 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 смотрите-ка. Мы опять с вами проиграли. Ну что ж, печалька, печаль, грусть. Давайте тоже фермеров тогда наставим. Хотят сражаться с фермерами, пусть сражаются с фермерами. У фермеров есть преимущество в том, что у них короткие. То есть, с одной стороны, это преимущество, с другой стороны, это недостаток. Что у них короткие вот эти вилы. Так, закололи, не закололи? Закололи, практически закололи. Потому что те же самые копьеносцы у нас, копейщики, или как вы их там называете, они могут атаковать только лишь на большом расстоянии. Если к ним слишком близко враг подошел, они не могут в него ткнуть свое копье. Просто не попадают. Так, по-моему, у нас есть все шансы победить сейчас. Давайте, ребят, ну не подведите. Ну скорее, давай, давай, давай. Блин, всех раскидал. Они всех раскидали. Твою налево. Смотри, один остался. О, героический парень. Героически всех заколол. Он всех заколол, ребята. Человек и пароход. Наш фермер. Так, третий уровень у нас. Опять же тоже ставим мушкеты и проверяем, насколько они у нас... Ха, разбежался, да? Много мушкетов я не смогу поставить. Так, ну и за 20 давайте двух голодранцев тоже наймем. Поехали. А, ну этих мы расстреляем. Я думаю, что мы... Я не... Ты чё упал-то? Ты чё упал? Смотрите, они стояли на расстоянии одной клетки друг от друга. Это, смотри, метится. Это, видимо, чтобы ему удобнее стрелять было. Прям под мышку взял. Ну-ка, 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 вниз опусти. А, у нас еще лучники здесь есть. Или это поучеры? Капец, он своего расстрелял. Вот идиот. Вот идиот. Ну что ты делаешь? Нет, смотрите, сейчас его, смотри, превратят в подушку для иголок. Затыкали, и своего тоже затыкали. Причем он не умер, смотри, с смертельными ранами идет. Да, мушкеты как-то не очень. Ну, давай, хвачу поставим, как мы, в общем-то... У нас денег не хватит на нее, конечно же. Ну что, придется, значит, обычными юнитами отыгрываться. А что делать? А что делать? Так, мы сейчас поставим, значит, паучеров. Они у нас подешевле немножко. Также точно их поставим вот сюда. Пусть они перестреливаются с теми паучерами. А для этих мы наймем, давайте-ка, это у нас идут боксеры. Мы, значит, мы поставим им фермеров, чтобы они их натыкали. Вот три фермера. Не очень-то круто. Так, вот здесь уберем паучеров и фермеров добавим. Вот так. Так будет правильно. Ну-ка посмотрим. Я не помню уже, в какой раскладке мы проходили это в прошлый раз. В одной из прошлых серий, когда мы вообще проходили. Да куда же вы? Вы да не в тех метитесь, идиоты! Повернитесь на другую сторону! Вот творят, вот что творят. А ты посмотри. Ну все, вы их убили. Поворачивайтесь в сторону уже. Да стреляйте же вы в них. Что вы там? Как? Как это вообще возможно? Что это за ежик бегает такой? Как это возможно, что он жив до сих пор? Да, это остается для меня совершенно непонятно. Значит, нужно паучеров мы поставим вообще подальше. Поставим их вообще вот сюда подальше. Я думаю, что пятерых хватит. А сюда мы поставим... Мы также поставим сюда фермеров. Пусть они идут и сражаются с нашими боксерами. Руки у них не такие длинные, чтобы они могли дотянуться до наших фермеров. Я думаю, что они быстро их насадят на вилы. А эти, смотри, отвлекаются пока что. Они отвлекаются, а те подходят. Давайте, давайте, всех, всех, быстро, давайте. Заколбасили, заколбасили, молодцы. Быстро идем, быстро идем. Не, давай, 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 не останавливайся, не останавливайся. Быстро всех порешали, порешали. Вот, ничего они не могут сделать. Ничего лошары не могут сделать. Затыкивайте их, затыкивайте насмерть. Ей, победа, смотри-ка. Они вообще выживают. Я не помню, чтобы в прошлый раз, когда мы с вами играли. Кстати, серия на... Ссылка на эту серию есть у нас в описании. Там есть ссылка на плейлист вообще полностью, как мы проходили всю эту кампанию. Я не помню, чтобы юниты, они выживали вот с такими вот стрелами. В голове, в бедре, в боку, не знаю, в груди. Они все умирали сразу же, по-моему, с первого попадания. Ну, может быть, со второго максимум. Здесь почему-то так, как-то так они спокойно себя чувствуют. Не знаю, может быть, это нововведение какое-то, может быть, что. Так, у нас много денег, мы можем поставить себе довольно-таки много мушкетеров. И поставим, давайте, еще и голодранцев. Почему нет? Пусть идут. Пусть идут, сражаются. О, ну все, мне кажется, они их расстреляют. Мне кажется, они их сейчас просто расстреляют. Давайте, пацаны. Все, остановились. Никуда дальше не идите. Это смотри. Эй, мы с друганом пошли.
Ну, это как будто это как живой костыль, да? Когда один уже набухался настолько сильно, что он не может стоять на глазах. На глазах не может стоять на глазах. На ушах и на бровях не может стоять ни на чем. Молодцы, смотри-ка, а. Вот когда наших мушкетеров много, это действительно очень мощно. Они реально могут обстреливать других вражеских юнитов, причем массово уничтожать. Вот, допустим, сейчас мы опять же сделаем вот такую череду из мушкетеров, которые... Один почему-то вышел вперед, сейчас ты первый получишь маслину, я так понял. Наши эти щиты, они не выдерживают натиска дробин. Шансов вообще никаких нет у этих щитовиков, щитеров наших любимых. Они, конечно, будут пригибаться, они будут орать, они будут молить о пощаде, но они будут улетать, как сейчас улетел тот чувак. Но у них шансов никаких нет. Только если они, конечно, будут заталкивать вот так. Но смотрите, какое у нас преимущество. 3 человека осталось у них. И какое огромное количество еще стрелков осталось у нас. Отлично, победа. Ну, в большом количестве факт. Мушкетеры, они превосходны. Так, еще раз пробуем. Давайте мушкетеров ставим. Не так уж много денег у нас. Всего 1500. Ну, посмотрим. Посмотрим, кто там против нас выйдет. Так, опять же, 3 голодранца. Вперед. Так, ну, здесь то же самое. Я думаю, что то же самое будет. Раскладка будет та же самая. Сейчас они вынесут. Тем более, смотри, они идут прямо еще рядом. Я не понял, вы что происходит? Вы что схватились-то? Ну-ка, расцепитесь. Смотри, первый залп, и уже половина армии врага лежит. Второй залп, и осталось совсем чуть-чуть. Совсем несколько человек. Ну, единственное, что с мечами, конечно, они могут очень четко порубить в капусту наших мушкетеров. И, по-моему, они так и сделают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как опасно. Как же опасно сейчас это происходит. Капец, все, у нас один остался. Ну, конечно же, он ничего не сможет сделать. Все, его зарубили. Да, проблема в том, что на близкой дистанции, в ближнем бою, наш мушкетер практически безоружен. Что мы попробуем сделать? Я даже не знаю. Давайте попробуем хвачу поставим одну. Почему бы нет? На передовой, пусть она сразу их расстреляет. А дальше мы поставим наших мушкетеров. Сколько у нас денег хватит? Сюда поставим и сюда поставим. Вот так. И одного, конечно же, нашего дорогого голодранца, который побежит вперед всей армии. Вот она стреляет, хвача наша. И, конечно же, она уничтожает большое количество... Нифига небольшое количество. Вообще никого не уничтожает. Ты чё, обалдела, что ли, хвача? Ты чё творишь? Вообще особо никого даже не покоцало. Обалдеть, абсолютно вообще бесполезное оружие. Ну все, их порубили. Им конец. Остается просто наблюдать с небес и молиться за них. Поражение. Такая безрадостная музыка. Ну что ж, не оправдала себя хвача. Единственный момент, если мы поставим ее подальше, чтобы она не стреляла с самого начала. Вот так мы поставим ее подальше. И мы поставим также, точно так же, мушкетеров поставим сюда. И мушкетеров поставим вот сюда. Еще кого-то можем поставить. И одного, соответственно, голодранца, который будет бежать впереди армии и привлекать на себя все внимание. Проблема хвачи, что она начинает слишком рано стрелять. Смотри, стрелы, они почти не долетают. Идея заключается в том, чтобы щитеры наши ложатся. Вслед за ними ложатся наши футмены, то есть рыцари с мечами. И потом, соответственно, хвача начинает их приковывать к земле стрелами. Сейчас этого не произошло. Ну, мы победим, скорее всего. Мы, скорее всего, победим. Да, это победа была. Это была победа. Но вы видели, как в самый первый раз, как только хвача выстрелила, насколько мало она поразила целей. Не знаю, процентов 80, наверное, всей вот этой вот армии вражеской, она встала и дальше пошла. И потом уже в дело впустились мушкеты. Поэтому вот непонятно. То есть, когда ложатся юниты, как вот в случае со щитерами, хвача очень неэффективное оружие, я вам точно говорю. Так, поехали. 1600 у нас еще раз. По-моему, сейчас у нас будет конница, если не ошибаюсь. Если я правильно все помню. Конница против мушкетов. Ну, давай поставим. Давай, что мы, конница у нас... Сколько у нас конница стоит? Черед 450, мы не сможем. Вот, давай-ка. Значит, здесь у нас 3 будет голодранца. И здесь 3 голодранца. Поехали. Нет, где-то пушки. Пушки, кстати, и щиты. Против щитов нет шансов. Просто нет шансов вообще. Точнее, у них нет шансов. У щитов нет шансов против мушкетов. Вот так. Так будет правильней. Боулинг такой, смотрите, их просто сносит. Обалдеть.
Их просто сносят, но опять же мушкеты стреляют довольно-таки прицельно. Смотри, друг другу на плечи кладут мушкеты, прицеливаются, снимают, пушечки разбивают. Эта пушечка уже готова, одна осталась. Всего лишь стреляет, нет шансов у нее победить. Ну, практически, вы видите, практически мы проходим с помощью одних лишь мушкетов. Это реально работает. Так, у нас 2000 денег. Опять же, давайте выставляем их просто в ряд. Встаньте, мушкетеры, встаньте в круг. Встаньте в круг. Ой, не успеют. Ой, не успеют выстрелить. Стреляй. Залп! Ой, ну, конечно. Я уверен, что мушкеты не смогут даже близко противостоять коннице, потому что конница слишком быстрая. Как мы в прошлый раз проходили, по-моему, мы тоже с вами конниц на этих наставили, налепили, сколько только можно было. Давай мушкетов тоже поставим, на всякий случай, чтобы они стреляли. Так, 6 голодранцев еще поставим. Вот так вот. Ну, да, конница слишком большая здесь, конечно. Слишком большая. Ой-ой-ой, голодранчики мои. Все мушкеты валяются уже, вообще не успели выстрелить. В случае с конницей нет смысла вообще мушкеты ставить. Потому что конница, то есть только если где-то вообще ставить на какую-то галерку. Нифига, смотри, как он прыгает там. Только ставить на какую-то галерку. Тогда может быть. Каким образом мы побеждали, я, честно говоря, даже не помню. Может быть, если мы поставим поучеров. Вот поучеры, они очень скорострельные. И стоят дешево. Мы можем, по идее, сделать жестокий ливень. Ливень из стрел. Мы просто сейчас сделаем и посмотрим, как конница у нас выживет. А, 50 юнитов максимально можем поставить, окей. Успеют, не успеют выстрелить. Стреляйте. Ей! Мне кажется, вот это уже как-то неплохо работает. Неплохо. Смотри, они отходят, как бы, они поворачиваются задом, и в этот момент поучеры опять стреляют по ним. Но, опять же, вы видите, какая куча мала у нас здесь. У нас еще две колесницы живы, и один всего лишь остался у нас наш стрелок. Лошадь. Прямо вот между глаз ей попали стрелой, но она все равно еще жива. Потрясающе. Так, а давайте думать, чем мы можем противостоять. Хвачу попробуем. А почему нет? Почему нет? Может быть, в этом случае она будет полезна, потому что она сможет стрелять по коннице, если успеет, конечно. Довольно-таки быстрое оружие. Сразу реагирует, сразу начинает стрелять. Единственное, что лошади могут быстро прошмыгнуть вот этот вот шквал. Так, ну что мы поставим? Давайте поучеров опять же поставим. Еще одного поставим поучера здесь. И поставим, ну, допустим, двух голодранцев. Почему нет? Сюда и сюда. Давай посмотрим. Ну-ка, залп. Стреляй. Нет. Слишком далеко она стреляет. Вообще, все в холостую, все впустую. Это не работает, ребята. Это просто не работает. Ну что, поехали. Тогда мы ставим спирменов, потому что у них длинные копья. Длинные копья означает, что они смогут наколоть всадников. Почему нет? Вполне реально. То есть это даже так и делается в военных действиях. То есть поднимаются большие копья кверху и просто накалываются эти всадники. Да, так делают. Так, что мы сможем здесь? 50. Все, смотри, ровненько. Вот прям, смотри. О, какая армия. Ну-ка, к бою. Копья к бою. Смотрим, сколько осталось у нас. Всего осталось две колесницы. Вот из этой толпы. Да, реально, смотрите. Просто, смотри, они просто затыкали. Против конницы, копейщики, это идеальное оружие. Вот что я вам скажу. Что у нас здесь происходит? Почему они здесь прыгают сами по себе? Почему у нас летают колесницы? Я не понял. Вы что-то схватились? Что вы схватились? Ну-ка, повернитесь. Вон там идет один. Один негодяй идет. Он уже перебил почти всех. Ну-ка, накалите его. Накалите! Капец, он их зарезал. И сам умер. Ребята, вообще ничья была. Но они сами друг друга убили. Вот эта тема оправданная, смотри-ка, а? Спирмены это оправданные копейщики, копьеносцы. Оправданная тема. Так, 600 и ставим так же. Давайте поставим сюда несколько. И вот сюда несколько поставим. Вот так. Посмотрим, сработает, не сработает. Что они вот, они кучей летят, кстати. Кучей летят, нифига себе, у нас тут колеса, смотри, летят. Воу, колесница вообще улетела на горы. Колесо у нас здесь валяется одно, может быть, где-то даже другое летает. Что там, летает, нет? Что у нас? Ну, смотрите, опять, вот, смотрите, вот о чем я и говорил.
То есть дружной толпой, конечно, они цепляются, они немножко туповато, они цепляются друг с другом этими копьями, но в итоге они победили. Так, ладно, едем дальше. Следующее, что у нас? 3000. Давайте по максимуму сейчас опять мушкетов ставим. Не знаю, удастся, мне кажется, не хватит нам денег заполнить полностью все. Ладно, и поставим еще, давай, голодранцев, как мы, в общем-то, всегда и делаем. Что у нас здесь? Ага, здесь целая армия, здесь у нас баллисты. Я думаю, шансов нет. Шансов нет у врага. Я думаю, что мы их просто сейчас всех просто поимеем. Просто по-черному. Смотри, там аж мечи улетают в небо. Вы видели это? Пока баллиста до нас даже дострелять не может. Настолько далеко они, а мы тем временем шквалом просто друг друга сметая. Смотри, друг друга убивая, мы просто раскатываем вражескую армию. Единственный момент, что баллиста, она кучки вот эти вот как бы стреляет, и там может быть кучное поражение, и несколько человек сразу умирает. Но по факту что у нас остается? Одна лишь баллиста с мертвым человеком, который до сих пор еще стреляет непонятным образом. И все. Мы победили. То есть действительно мушкет рулит. Мушкет однозначно рулит. Все, 10 уровень, насколько я помню, это у нас курасер, наш супер враг номер один, который портит жизнь всем. Поэтому давайте попробуем, смогут ли наши мушкеты против курасера выстоять. Смогут ли они отстрелять этих вонючих кур, которые вылетают из заднего прохода этого непонятного мага-волшебника, человека, у которого, похоже, в заднице находится машина по производству воздушной курицы. Не воздушной кукурузы, а воздушной курицы. Воздушные курицы вылетают из его ректума, как бы это так, да, поправильно-то сказать, и убивают. Ну что, не сработало. В прошлый раз мы с вами побеждали с помощью щитов, но в этот раз, смотри, попробуем хвачу поставим. Поставим 3 хвачи и поставим несколько голодранцев. И выясним. Хвача вообще очень круто должна поражать, тем более здесь у нас такие юниты стандартные, без щитов, они спрятаться не могут никак. Хвача очень рано начинает стрелять, просто нереально рано начинает стрелять, и это ее проблема. Смотри, прям по стрелам как будто они идут. Они просто идут как будто по стрелам. Курицы катятся, меченосцы рубят моих голодранцев в капусту. Ой, это было эпично, конечно. Эпично они победили. Смотрите, что мы сделаем сейчас? Мы сейчас сделаем вот такой хитрый ход. Мы поставим хвачу одну здесь, одну хвачу здесь и одну хвачу в конце. Ожидается, что они будут стрелять немножечко по-разному. С разным интервалом. Я надеюсь на это. Сейчас мы это и проверим как раз. Так, одного сюда. Давай посмотрим. Так, первая пошла. Первый залп. В самую первую. Отлично. Ой, сколько их положило. Ой, сколько их положило. Так, третья почему-то тоже стреляет очень рано. Нет, абсолютно неоправданно. Абсолютно неоправданно. И уже они разваливаются. Ну что вы наделали, а? Что вы наделали? Смотрите, они своего подняли к себе на плечи. Не понесли. Все, это поражение. Это 100% поражение. Давайте попробуем еще раз сделаем что-нибудь с нашими мушкетами. Может быть, мы их как-то расставим по-разному. Допустим, маленькими группками. Вот такими маленькими группками мы их расставим сейчас. Чтобы они могли стрелять во врага, и враг слишком сильно не мог попадать в нас. Так, давай-ка поставим. Все, поехали. Посмотрим, может быть, такая расстановка как-то сыграет роль. Потому что часто, действительно, они прям стреляют друг в друга. Вот как сейчас они точно опять в спину. Смотри, вот этот прям, смотри, он прям в задницу уперся. Ты что, не стреляй, не надо! Что ты делаешь? А прикол, смотри, голодранец убежал вперед, они все отвлеклись на него, и, соответственно, они даже не смогли подойти поближе. Эти у нас опять танцуют, то есть какой-то танец, белый танец для мужчин. Так, курицы пошли, надо быстро курасера уничтожать. Курасера стреляй. Кто-нибудь просто подбейте его, и все, им конец. Ну, кто же у нас меткий есть, стрелок? Стреляйте в него, в курасера стреляй. Блин, курицы катятся, курицы летят. Господи. Так, а что мы можем сделать? Я предлагаю сделать такую фишку. Мы сейчас попробуем поставить мушкеты вообще вот здесь вот на передовой, чтобы они, может быть, сразу стреляли по курасеру. Почему нет? В принципе, это реально. В принципе, это реально. А здесь еще сделаем, вот смотри, чтобы они на них не отвлекались. Мы сделаем еще несколько здесь подразделений.
Мы сделаем подразделение вот здесь, мы сделаем подразделение вот здесь. И бам, мы вот этих вот наших голодранцев, а лучше не голодранцев, а лучше даже ребят с мечами мы их поставим, чтобы они сражались на самом деле, чтобы они дрались до последнего. На тридцаточку еще троих, значит, голодранцев мы можем поставить. Вот посмотрим, что, как насчет вот этого. Пока они идут, смотри, вот, отлично, вот эта группа расстреливает этих, та группа расстреливает этих, курицы пошли. Так, где мои мечники? Мечники, бравые, быстро давайте. Волшебника с куриным поносом, быстрее убивайте, нужно срочно каким-то образом от него избавиться, от этого негодяя. Ну, повернитесь, все повернитесь сюда, курасер идет, стреляй по нему, стреляй! Ну, ребята, ну давайте, ну стреляйте кто-нибудь! Капец, они слишком тормозные. Курицы слишком быстро. Причем курицы остановились. Вот тебе и кота. Так, ну что попробуем. В прошлый раз мы побеждали с помощью щитовиков, щитеров. Попробуем победить с помощью щитеров и в этот раз. Мы делаем вот такую вот оборону. И после этого мы ставим футманов. Мы поставим футманов, которые будут рубить. Первые будут защищать, вторые будут рубить. Вот так, поменьше. И сюда тоже мы поставим одного и два, значит, соответственно, голодранца. Пробуем. Главное, чтобы наши рыцари... Капец, смотри, они реально порубили их. Они просто своих порубили, идиоты. Зачем вы... Они своих рубят, придурки. Быстро. Курасера вали. Не, курицы слишком быстрые. Капец, это была неправильная расстановка. Это я признаю свою ошибку целиком, полностью. У нас могила, смотри, свежая здесь. Свежая могилка. Так, ну что, давай. Один со щитом нападает на курасера. Курицы у них, кстати, самодоводящиеся. Они умеют летать по разным траекториям. Так, ну что, давайте попробуем еще раз. То есть, была совершенно неправильная расстановка щитовиков. Потому что, точнее, наших рыцарей, мечников несчастных, потому что они все испортили, они реально все испортили, они закололи своих же щитеров, точно. Давайте сделаем сейчас, смотрите, хитрый такой ход, мы сейчас сделаем вот так вот, мы поставим щитоносцев, и за них мы поставим наших копейщиков. Которые просунут свои копья сквозь щиты. И хрен кто к нам подберется. Мы абсолютно защищенная, закрытая армия. Ты посмотри, а? Ты посмотри. Ну почти это сработало. Давайте, ребят, быстро. На куриного мага, давайте, нападайте. Давайте, покажите ему, из чего состоит настоящий борец с куриным поносом. Давай, ты сможешь. Вот один, смотри, у нас один вот со щитом идет. Он отражает все атаки. Он отражает все атаки и получает курицы по башке. Так, у нас остался один здесь копейщик, у которого шансов, конечно же, никаких нет. Но это босс, сами понимаете, это босс, босяра. Самый сложный из всех. Что получилось не так? Я даже не знаю, что получилось так. Предлагаю сделать несколько групп таких, чтобы они не все шли одной группой. Сделаем группу здесь. А мы сделаем еще, знаешь что, поучеров мы? Или нет, мы поставим арчеров. Мы арчеров поставим, которые будут стрелять по курасеру. Вот мой план. Они будут стрелять издалека и будут стрелять очень метко. Тем более арчеры, они стреляют на определенном расстоянии. Не знаю, насколько это сработает, конечно, тактика. Так, поехали. Единственное, мы не поставили никого здесь за нашими щитовиками. Своих, пожалуйста, не колите, блин. Прямо в спину, ну что ж такое-то, а? Смотри, один такой, без палева, хотел подойти к нему. Ну что, курицы катятся к вам, ребята. Давайте, стреляйте, на вас вся надежда, вы должны его как-то убить. Смотри, а этот хитрый хрен. О, смотри, его заталкивают. Давайте, бейте его. Нет, не смог. Смотри, ну неплохо мы справились. Единственное, если они сейчас его не убьют, а они его, похоже, что не убьют. Такое ощущение, что мои же точно... Сами его застреляли. Я не знаю, что происходит. Нет, это курица все-таки. Смотри, у него две стрелы уже в руке. Ей! Все. Вот так вот. Короче говоря, практически. Мы с вами прошли всю боевую кампанию с помощью... В основном мушкетов, конечно.
Хвача, ну, было в пару забегах, она действительно побеждала. В остальных случаях была практически неэффективна и бессмысленна. Поэтому, друзья мои, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы не пропустить следующие серии по Totally Accurate Battle Simulator. А также обязательно предлагайте ваши, не то что даже постройки, а вот какой бы юнит вы бы хотели, чтобы разработчики добавили. Давайте подумаем на эту тему. Напишите, кого вы хотите здесь увидеть. Ну, понятно, терминатора с винторезом лучше, конечно, даже и не писать, потому что вряд ли его сюда добавят, слишком будет читерный юнит. Халка тоже не добавляйте. Ну, Халк здесь явно не пришей кобыле хвост. А вот, может быть, какие-то средневековые или какие-то еще, я не знаю, юниты. Может быть, какие-то военные сооружения, военная техника, которая может быть использована здесь. Давайте пофантазируем на эту тему и напишем в комментариях, что вы хотели, чтобы добавили авторы сюда, в эту игру. Причем пишите не просто так, знаете, я хочу, чтобы добавили викинга, а прям опишите, как он будет выглядеть, какие у него будут способности, какие у него будут сильные стороны, какие у него будут слабые стороны. То есть проработайте персонажа, то есть прямо, ну, пропишите его. И кто знает, может быть, наша всеобщая вот такая вот медитация на все эти интересные задумки, она воплотится, и может быть, даже авторы услышат наши комментарии, прочитают их и добавят что-нибудь. Кто знает, чудеса на канале Маугли случаются постоянно. Спасибо вам большое, что были вместе со мной. Всегда оставайтесь на высоте и покедова!